Всем привет, Анапа, поселок Нижнее ДжМТ, пляж морей. Много столовых, пивнушек, напитков, шашлыки, машлыки, всякие нерусские кухни, как возле пляжа, так и на самом пляже. Цены не прям огромные, ну, к примеру, 100 грамм свиного шашлыка из ошейка стоит 100 рублей. Сейчас сделаем обзорчик. Расскажу свои впечатления, что есть, чего нет. Лежаки, навесы по всему пляжу присутствуют. Много точек. Раздевалки, урны везде. Чистота. Пляж песчаный, но море чистое. Я зашел по пояс, увидел на дне краба и стоя его рассматривал. То есть вода очень чистая. Массажи, тоже очень много точек. 15 минут массажа стоит 800 рублей, 30 минут 1500 и час массажа стоит 2500. Собачки в спасательных жилетках. Я думал, они хорошо плавают. Зачем им жилетки? Спасатели в Малибу какие-то. Море мелкое, нужно зайти далеко, чтобы было глубоко. Вода холодная, ну еще рано, правда. Катамараны. Полчаса стоит 500 рублей, час 1000 рублей. Мохито 150 рублей, квас 50 рублей на разлив, но его не было. Это очень дешево, я просто удивился. Может, потом поэтому его и нет, 150 рублей, я не знаю. В других местах, если честно, не интересовался. Хотя точек много с напитками. Людей много, хотя все говорят, что сезон очень плохой. Сегодня воскресенье, ну сами видите, сколько людей. Туалеты, души есть, но все платное. Туалет 30 рублей, душ 50 рублей, многомойка 20 рублей. Все в одних цветах, вот идешь, и одинаковые навесы, одинаковые лежаки, все как будто повторяется. Есть развлекательные всякие штуки, вот пожалуйста, забей гол. Ну еще не работает, может еще не сезон. 200 рублей игра. Ну, как-то так. Не знаю, что еще добавить. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. На сегодня все. Пока.